А сегодня я вам расскажу о том, как установить JDK на macOS. Перед вами macOS Sierra, самая последняя на сегодняшний день версия Mac. Итого, я создал предварительно вот такой вот файлик с Java кодом. Если мы его запустим, откроем, ну, здесь стандартный вывод просто на консоль слово тест. И наша задача сейчас его запустить. Если мы запустим консольку, нажмем Java Version, то нам, естественно, скажут, что никакой Java нету, ее надо установить. Того, наша задача установить JDK. Открываем наш любимый Chrome, пишем download JDK, попадаем на первую, кликаем на первую ссылочку, здесь тоже кликаем download JDK. Здесь есть несколько вариантов, вот версия 101, 102, давайте 102, ну, в принципе, последняя версия. Нажимаем Accept License Agreement, и здесь у нас все версии операционных систем. Нас интересует macOS, вот 227 метров. Кликаем и скачиваем. Вот пошла скачка нашего файлика, займет это там, я думаю, совсем немного. Наверное, минутку, где-то около того, вот уже там 10% скачано. Вот. Скачка произойдет довольно-таки быстро. Ну, а мы пока не знаем даже, чем нам заняться. Будем смотреть. Ну, наша задача сейчас скомпилировать с помощью консольного теле Ctrl-C. Вот этот вот класс. Я его только что подготовил перед тем, как начинать снимать этот видеоурок. И сейчас мы установим. Осталось уже половина где-то. Мы уже все это докачиваем. Вот. Так что смотрите, если вам нравятся наши видеоуроки, как я уже говорил, кликайте лайки, подписывайтесь обязательно. Я буду снимать очень много интересных видеоуроков. Будет у нас и под Linux, и под Windows. Ну, в основном, на самом деле, ну, безразлично, где снимать, какая операционная система использовать, потому что чем хороша Java и почему она так популярна, потому что она работает под любой операционной системой. И в этом ее основной плюс. Вот. Ну, мне Mac, кстати, очень нравится. Он такой красивый, на самом деле, классная операционная система. Так, у нас все скачалось. Кликаем сюда, открыть, нажимаем, запускаем. У нас происходит открытие. Все, кликаем два раза на вот этом файлике. Здесь продолжить. Установить. Пароль админа. Это можно уже закрывать. Ну и все, JDK. 8 устанавливается. Все, закрыть. Можно в корзину. Все это закрываем, это нам тоже не нужно. Теперь наша задача скомпилировать этот файл. Запускаем консольку. Вот консолька у нас появилась. Теперь смотрите, пишем Java version, чтобы убедиться, что Java у нас version, чтобы убедиться, что Java установлена. Java C у нас тоже есть. Да, то есть все есть, теперь можно компилировать. Соответственно, пишем java test.java. Ой, сначала нам скомпилировать его надо, получить файл класс. Пишем java c, теперь имя файла test.java. Нажимаем Enter, и он у нас скомпилировался. Как видите, у нас появился файл с расширением класс. Вот, теперь мы его, в принципе, можем запустить. То есть мы пишем java и пишем test. Enter. И как видите, у нас просто выполнился наш код, запустился вот этот наш код, вывелся на консоль слово тест. То есть самое примитивное приложение типа Hello World мы научились запускать под macOS. Дальше будет лучше, мы сделаем это под Eclipse IntelliJ IDE. Ну а на сегодня все, подписывайтесь, ставьте лайки, хотите помочь.